Ну да, ну, второй уже где-то в Германии затерялся. Владимир Завгородний, Томас Лермонт. Старый Томас Лермонт чашу полную пьет, все мирские презрев пересуды. И витает дымок его мыслей и строк среди книг и немытой посуды. Он пророк и поэт, суть грехов и побед нашей жизни. Он видит со знаки, и как всякий пророк, он всегда одинок в своем старом запущенном замке. А когда-то он пел и будил, и гремел, вел на битвы с открытым забралом. Да, враги, вот беда, разбрелись кто куда, тот министром, а тот кардиналом. Ах, душок перемен, почкотыни, да измен, проскандалил от Зюйда до Ножа. Правда, любит Лермонт, никогда не пойдет к халуям, затесавшимся в лоды. Живя не удел, одичал, отрехлел, полюбилось бродить ветерану и глядеть сквозь очки, как течение реки его воды несет к океану. Друг незыблемый мой, это что над рекой? Это что там за дивные тени? Это Томас Лермонт, то ли идет, то ли плывет рядом с парой белых оленей. А река, как строка, глубока и легка, не зови, не протягивай длани. В свою сказку идет стихотворец Лермонт, растворяясь в реке, как в тумане.